Между тем, в Караганде задержали псевдочиновников, которые грабили пенсионеров. Мошенники представлялись сотрудниками акимата и попадали в квартиру. Потом один отвлекал пожилого человека, другой в это время забирал ценные вещи и деньги. Действовали по обстоятельствам. За один месяц молодые аферисты обманули нескольких пенсионеров на 500 000 тенге. 23-летние молодые люди уже привлекались за преступление. Один отбывал срок за мошенничество, второй – за грабеж и разбой. Представлялись акиматом города, ну или какой-нибудь, ну, государственной компанией. Заходили, говорили, что будет скоро подарки приносить, денежные какому-нибудь празднику. Потом говорили, что будет идти девальвация, идет в Казахстане, что мне нужно переписать денежные банкноты. Но потом каким-нибудь образом отвлекал и выходил из квартиры.